Дорожные стражи порядка встретились с перевозчиками. В регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого управлением дорожной полиции области была организована профилактическая беседа с водителями общественного транспорта. Все подробности далее. Мы для чего собрались? Чтобы в рабочем порядке посмотреть, какие есть проблемы у вас, какие проблемы есть у нас в качестве их решения. А проблем, как оказалось, немало. В Карагандинской области только за один день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявлено и пресечено более 100 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Но неутешительную статистику привели не только дорожные полицейские. Подняли проблемные вопросы и сами водители автобусов и маршруток. КАРГУ, университет. Я прям там живу. Утром, когда находится инспектора дорожной полиции, дорогу студенты не передвигают. Вот этот участок, начиная от Муканова до КАРГУ, да, там как раз подъем, сопка, спуск. И вот автобусы выезжают, а они прям дорогу переходят. Инспектора стоят, все по пешеходу. Инспекторов нету. Гололед, он выезжает с горки, он не видит. И вот на тебе, студенты. Работа в этом направлении ведется, уверяет главный дорожный полицейский города. На сегодняшний день мы тоже пытаемся бороться. Мы тоже выходим с предложением местные исполнительные органы. Мы тоже вот по тем же пешеходным, то, что пешеходы в неустановленных местах переходят, мы тоже даем предложение, чтобы упорядочить переход пешеходов, где-то упорядочить его за счет установки ограждений, пешеходных ограждений. Не нужно забывать, что и пешеходы являются участниками дорожного движения. Зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят именно из-за беспечности самих горожан. Стоят два автобуса. Один начинает объезд, пешеходный переход буквально 15 метров сюда, 15 метров сюда. Они начинают впереди автобуса обходить. Он, естественно, маневр выезда, да? Он не видит, что пешеход впереди другого автобуса уходит. Вот, пожалуйста, в течение года несколько было таких ДТП. Здесь, понимаете, здесь дело в том, что пешеход, это он тоже должен знать, он участник соблюдать. Он участник дорожного движения. Он тоже должен соблюдать. ОПМ «Автобус» проводится с 5 по 15 декабря. Статистика показывает, что наиболее частыми нарушениями являются превышение скорости, управление транспортным средством с техническими неисправностями и неправильные маневры. Проверили не только водителей, но и состояние дорог, наличие дорожных знаков и обустройство автобусных остановок. За один день выявлено 15 недостатков в содержании улично-дорожной сети, рассказывают в ведомстве. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».